Гиена отдыхает на солнышке. Даже не заметила, как я подошел. Скажи, гиена, я не отдыхаю, я кайфую. Травка, солнышко, тепло. Что еще надо? Пузико. Сытно покушанное. Смотрите, какая хорошенькая. Хоть в сказках из гиены делают образ такой не очень хороший, но на самом деле это очень милый зверь. Кстати, очень даже доброжелательный. Есть видео, где Олег Алексеевич с ними играет и даже дает покусывать себя в шею, полностью доверяя этому хищнику, у которого, кстати, сила челюстей гораздо сильнее, чем у льва. Гиены буквально любые кости перемалывают своими челюстями и крепкими зубами. Видите, даже шерсть на загривке не поднимает. Обычно гиена, если она чувствует малейшую опасность, у нее сразу на загривке шерсть дыбом встает. А, вот видите, пошла. Надоело, что за ней наблюдают. Да еще и с комментариями. Ну ничего, подруга, подожди. Скоро будут уже посетители. Ты немножко, наверное, уже отвыкла от них. А тогда уже вновь быстро привыкнешь. Особенно, когда начнут давать угощения. Тоже смотрите, друзья, какой огромный вольер. Ей здесь есть где и побегать, и попрыгать. А вон лежит напарничек под дровами. Спрятался, что и не видно его. Вот такие красавцы гиены в парке Львов-Тайган, друзья. Будете в парке, не забудьте подойти к этому вольеру и полюбоваться этими красавцами мохнатенькими.